Partido... Игра получилась очень равной, и соперник сразу начал навязывать очень активный и агрессивный футбол. В матче было много борьбы, было ветрено, что тоже немного сказалось. Но ничего страшного, наша команда сегодня боролась, ребята работали добросовестно, старались. Главная задача на данном этапе подготовки – набрать игровой объем за счет подобных поединков и обойтись без травм. Действительно, стоит отметить, что ребята в обороне действуют лучше, прибавляют. В последних матчах мы мало пропускаем. Безусловно, это важный фактор для того, чтобы удачно выступать в чемпионате. Если команда будет хорошо действовать в обороне, это будет давать дополнительные возможности для того, чтобы одерживать победы. Ведешь Адама? Подписывайся, Айда.